Привет, друзья! С вами Хобби-центр «Лавка Орка», и сегодня мы подготовили для вас кое-что интересное. Для всех новичков, которые только открывают для себя мир Warhammer или собираются это сделать, мы представляем обзор новинки от Games Workshop из серии стартовых наборов Build and Paint. Наборы выпускаются в двух форматах — большом и маленьком. Большой включает в себя 6 миниатюр, 6 красок объемом 3 мл, клей и цитаделевскую кисть для новичка. Маленький набор включает 2 миниатюры, 3 краски, клей и кисть. По сути, перед нами упрощенный вариант стартового набора, который позволит любому новичку по-настоящему попробовать хобби Warhammer и настольные варгеймы в целом, самостоятельно собрать и покрасить свои первые миниатюры, после чего решить, подойдет ли им такое занятие, и, что немаловажно, все это по очень умеренной цене. Ну что ж, давайте посмотрим, что там внутри. Мы видим небольшой буклет, в котором изображена вся коллекция Build and Paint, которая включает в себя 6 наборов. 3 набора орков и 3 набора космодесанта. Также присутствует инструкция, в которой подробно показывается, как именно нужно собирать миниатюры. Самое интересное в наборе — это литники, которые уже выкрашены в базовый синий цвет, а поэтому не требуют дополнительной грунтовки. Склеив их, мы получим вот такие миниатюры. В наборе идут 3 краски. Точный аналог обычных красок «Цитадель», но в уменьшенном формате. Черная, золотая и серебряная. Плюс кисть новичка и специальный клей. Иначе говоря, мы имеем под рукой все, чтобы быстро и с удовольствием собрать миниатюру и покрасить ее. Приятным бонусом являются вот такие детали, которые достойно украсят вашу готовую модель. Ну что, уже не терпится приступить к делу? Сразу хочется дать небольшой совет новичкам. Части моделей от литников проще всего отделять кусачками. Вот что у нас получилось. Ну а теперь можно приступить к покрасу. Начнем с серебряной краски. Теперь черная. И, наконец, золотая. Получился вот такой результат. Как видите, все легко, просто и увлекательно. А самое главное, не занимает много времени. Поэтому, если вы сомневаетесь, стоит ли брать, мне кажется, стоит. Это отличный и недорогой пробный набор, который положит начало или прекрасно дополнит уже существующую армию. Кстати, купив несколько разных наборов из этой серии, можно дать старт довольно приличному войску. С вами был Хобби-центр «Лавка Орка». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за новыми обзорами.